Лига Ставок. Объединяем хоккей. Штаб хоккейного клуба Сочи юбилейного сезона 2023-2024. Встречаем главного тренера ХК Сочи Дмитрия Кокарева. Предоставляем вам слово. Хочу благодарить вас за все, то, что вы ходите на наши игры, болеете за нас. То, что касается нашей команды, в лице нашей команды, мы будем делать все для того, чтобы побеждать в каждом матче. Спасибо. На сцену приглашается заместитель генерального директора ХК Сочи по хоккейным операциям, двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Бадюкова. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, уважаемые друзья. Хотел бы сказать от руководства клуба, от всех игроков тренерского штаба огромное спасибо нашим спонсорам, компании РЖД. И нашим партнерам Лиги Ставок за то, что поддерживают нас. Нужно честно работать, терпеть и, самое главное, верить. И только если мы все вместе будем искренне верить, мы получим то же ожидание и ту цель, о которой мы даже не мечтали. Это закон. Поэтому, друзья, прежде всего, как говорится, в городе Сочи темные ночи, но мы искренне верим, что в городе Сочи будут теплые, солнечные дни. Вперед! Друзья, ну что, вы готовы встретить нашу команду в сезоне 2023-2024? Встречаем наши вратари. Номер один – Михаил Бердин! Михаил в прошлом сезоне вернулся в Россию после нескольких сезонов в Северной Америке, провел много ярких матчей за Сочи и в новом сезоне вновь готов радовать болельщиков своей яркой игрой. Номер 20. Максим Третьяк. Максим считается старожил команды. Предстоящий сезон станет для него четвертым в составе хоккейного клуба Сочи. Он вновь будет играть под номером 20. И болельщикам не надо объяснять, почему он выбрал в свое время именно этот номер. Номер 85. Никита Дулинов. Молодой вратарь этой весной перешел в систему Сочи. Вся карьера у него только-только начинается. Мы верим, что она будет долгой и успешной. Номер 11. Артем Волков. 2 недели назад перешел в хоккейный клуб Сочи, чтобы укрепить оборону нашей команды. Аплодисменты Артему. Номер 23. Василий Мачулин. Дебютировал в КХЛ, забросил первые шайбы в лиге и теперь готов к новым подвигам. Номер 26. Роман Манухов. Роман,
Опытный защитник провел в КХЛ почти 300 матчей. И этой весной пополнит состав Сочи, чтобы сделать обороты команды еще надежнее. Номер 38, Георгий Бердюков. Георгий, опытный защитник, этой весной перешел в Сочи из команды СКА «Нева». Георгий постарается сделать все, чтобы у соперников было как можно меньше возможностей забить шайбу в наши ворота. Номер 45, Артем Аляев. Артем давно играет в КХЛ. На его счету 367 матчей в лиге. Он перешел в Сочи этой весной из Хабаровского Амура. Не сомневаемся, что Артем, который находится в самом расцвете сил, будет надежно играть в обороне нашей команды. Номер 55. Федор Кращинский. Две пятерки на спине. Это Федор Кращинский. 21-летний защитник в прошлом сезоне вышел в команде на ведущие роли. И мы верим, что он продолжит прогрессировать. Номер 64. Джесси Грэм. Приветствуем канадского защитника Сочи. Джесси один сезон сыграл в КХЛ за Барыс. Был в клубе из Казахстана на ведущих ролях, а весной перешел в Сочи, чтобы наша защитная линия стала еще сильнее. Номер 79. Данила Галинюк. Для Данилы предстоящий сезон станет третьим в составе хоккейного клуба «Сочи». Он один из ведущих защитников нашей команды, который умеет на льду абсолютно все. Номер 80. Роман Юзбашан. 21-летний защитник только в прошлом сезоне провел свои первые матчи в КХЛ. Пока Роман не забивал шайбы в ворота соперников, но мы знаем и верим, что уже совсем скоро он откроет свой личный счет по голам. Номер 88. Глеб Корягин. Глеб долгое время играл за Хабаровский Амур, но пришло время сменить обстановку, и защитник теперь продолжит играть в составе Сочи. Запоминаем его номер 88. Номер 10. Михаил Кристоф. Встречаем нашего нападающего из Словакии. Михаил второй сезон будет играть в КХЛ. В прошлом сезоне он выступал во Владивостоке, но решил сменить Японское море на более теплое, черное. И мы его в этом полностью поддерживаем. Номер 12. Капитан команды Кирилл Рассказов. В прошлом сезоне он выступал за «Витязь», набрал 30 очков, показав свои лучшие цифры в карьере. Мы верим, что это не предел. И Кирилл побьет свой же рекорд, а главное, опытный нападающий поможет команде своей игрой и своим авторитетом в раздевалке выйти в плей-офф. Номер 13. Артур Тянулин. Под номером 13 за хоккейный клуб «Сочи», как и в прошлом сезоне, будет выступать Артур Тянулин. Мы помним, что Артур стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне. Теперь надо не опустить эту планку и набрать еще больше очков. Номер 18. Тигран Ярулин. Тигран в прошлом году дебютировал в КХЛ, забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач. Мы верим, что это только начало. Впереди у Тиграна много ярких матчей и много заброшенных шайб. Номер 29. Алексей Васильков. Алексей самый молодой игрок, 19 лет. Он играл 2 сезона молодежной хоккейной лиги, но смог отлично проявить себя. И теперь готовится дебютировать в континентальной хоккейной лиге. Пожелаем ему больших успехов во всех его начинаниях. Номер 34. Сергей Попов.
Сергей только в прошлом сезоне вернулся в Россию. До этого он играл в Канаде и Финляндии. Он быстро освоился в КХЛ, став одним из ведущих нападающих хоккейного клуба «Сочи». Уверены, что он продолжит играть за нашу команду так же ярко и красиво, как он это умеет. Номер 49. Артем Николаев. Артем по праву один из самых креативных нападающих нашего хоккейного клуба. В прошлом сезоне он набрал 26 очков и теперь готов покорять новые бомбардирские вершины и помогать команде пробиваться в плей-офф. Номер 67. Амир Гараев. Амир — выпускник Ступинского «Капитана». В 2020 году он перешел в Сочи. И вот уже 4 сезона играет за нашу команду. Играет ярко, красиво и надежно. Надеемся, что Амир проведет отличный сезон. Номер 71. Борна Рендулич. Встречаем, господа, первого хорватского хоккеиста в НХЛ и первого хорватского хоккеиста в КХЛ. Борна уже играл несколько лет назад в нашей лиге, затем уезжал на гастроли в Германию, а этой весной решил вернуться в Россию, чтобы порадовать болельщиков хоккейного клуба Сочи своим умением забивать голы и приносить победы. Номер 72. Ильдар Шиксадаров. Ильдар в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром ВХЛ в составе «Югры». И наш клуб не мог пройти мимо этого события и пригласил Ильдара в свои ряды, чтобы он и на берегу Черного моря радовал болельщиков своей результативной, яркой и неповторимой игрой. Номер 87. Тимур Хафизов. Номер 87 на спине будет носить Тимур Хафизов, который пополнил состав Сочи в прошлом сезоне. Он стал опытнее, мудрее и сильнее, в чем мы с вами скоро сможем убедиться. Номер 89. Антон Сагадеев. Антон — опытный нападающий, почти всю карьеру играл в Казахстане за «Барыс», но теперь будет выступать в составе «Сочи», чтобы помочь команде пробиться в плей-офф. Номер 92. Дмитрий Завгородний. Для Дмитрия предстоящий сезон станет третьим в составе «Сочи». В прошлом он забросил 11 шайб, но мы верим и знаем, что это не предел. Под номером 96 будет играть Никита Феоктистов, ассистент капитана, один из самых опытных хоккеистов Сочи. Это будет четвертый сезон для Никиты в свитере «Леопардов». Верим, что сезон будет успешным как для самого нападающего, так и для нашей команды. Номер 97. Даниил Сераух. Совсем скоро предстоит дебютировать в континентальной хоккейной лиге. Он делает новый, важный шаг в карьере. Номер 98. Кирилл Питьков. Под номером 98 за хоккейный клуб «Сочи» вот уже несколько сезонов играет один из самых быстрых и ярких форвардов — Кирилл Питьков. В прошлом сезоне он 14 раз огорчал вратарей соперников, но теперь готов замахнуться на большее. Второй сезон подряд букмекерская компания «Лига ставок» продолжит поддерживать хоккейный клуб «Сочи» в качестве титульного партнера. И в новом сезоне вместе с «Сочи» за победу будет бороться игрок «Лига ставок» под номером 08. Не жалея силы и времени, эти ребята обещают нам дать максимальный результат в этом сезоне. Мы благодарим всех болельщиков за вашу поддержку, за ваши аплодисменты, за вашу веру, за то, что вы приходите на стадион, за то, что вы знаете, что в этом мире есть только одна хоккейная команда — ХК «Сочи».